Вітаем вас у эфире «Беларусь-3» новины культуры. Сегодня 28 жнивня. И в этом выпуску. Какие культурные мероприемства можно будет наведать в ближайший час? Какие интересные и смачные проекты нельга пропустить у нашем эфире? А так само, как это быть самой юной удельницей отборочного тура на дитячее Евробачение 2018? Про это не только тягом ближайших хвилин. Протягивается открытый конкурс на створение логотипа «Пинск. Культурная столица». Гэты город у наступным годе прыме эстафету республиканской акции «Ад Новополоцка». Паспрабовать свои силы могут усе. По умовах удельники до 30 вересня повинны представить у Пинске гарвыканкам заявку, проект логотипа, а так само описание задумы и сгоду на передачу выключных правов. Выники обвестят 6 кастрычника. Пераможцу чакае каштоўный подарунок. Отборочный тур международного фестивального проекта «Звездачот» пройдзе у Литве. Вокальный этап конкурса для литовских детей и молоди проведут у Вильнюсе 21 кастрычника. Пераможцы этого туру поудельничают у финальной части проекта в Могилеве. В этом году литовские конкурсанты будут спаборничать только в категории вокалу. Усяго ж у им 5 категорий – вокал, театральное мастерство, театр моды, танцы и выконание инструментальной музыки. Выниковый гранд-фестиваль «Звездачот» пройдет в Могилеве с 21 по 25 листопада. У мастацкой галереи Михаила Савицкого апошние дни працуе выстава «Символы Беларуси в пошуках». Какие символы Беларуси мы ведаем и что у них схавано? На гэтае пытанне про свои работы імкнецца отказать фотомастачка Ирина Гудзеевская. На выставе представлено больше за 80 яе пейзажных здымков, раздрукованных на холстах. Символы Беларуси – это протяг авторской темы «Зачарование», якую Гудзеевская 8 год тому починала совместно с Тамарой Гончаровой. Сёлетняя выстава закрывается 2 вересня. Завтра у эфир телеканала выйдет другая серия документального проекта «Скарына для Бога и людей». Фильм раскрывает некоторые самые загадковые околичности життя и деятельности белорусского першадрукара. Что ж примусило Скарыну раптовно покинуть Прагу? Кем были его загадковые меценаты? Чому он так и не здійснив свою мету – надрукавать по-беларуску все книги Библии? Документальную стужку телеканал показывает с нагоды Дня письменства, якое пройде в эту неделю. Добрый день. Сядайте. Добрый день, Эр Лютер. Я вельми рады встретиться с вами. Я ведаю. Мне казали, что вы шукаете встречи со мной. А тем часом организаторы стверджают, что подрыхтовка до юбилейного дня белорусского письменства завершена. Программа Национального книжного форума сёлета присвечена году Малой Радимы. И она представит выставочные павильоны, тематичные пляцовки и книжные экспозиции с выдавецкими новинками. Это каля 5000 книг. Подрыхтованы серия мероприемств, примеркованных до юбилею малых городов Беларуси и письменников, таких как Янка Маур и Винцент Дунин-Мартинкевич. У городе обновлена инфраструктура, подрыхтованы объекты социального призначения, реконструированы городский парк. А зараз от наших коллег доведаемся, какие еще культурные подеи отбываются этими днями у нашей краине. У Лагойску прошел международный фестиваль фейерверков. Профессийные команды продемонстрировали опошние пиротехничные технологии и позмагались за гран-при. Судили международные журы. Основные критерии – своечасовость и синхронность музыки и залпов, а так само максимальное выкористание колеровой гаммы. В этом году у нас принимают участие команды Латвии, Литвы и традиционной России. Каждая программа планируется в пределах 7 минут. На самом деле это довольно большой промежуток времени, за который на таком панорамном фронте, как там на нашей площадке, выходит порядка 1,5–2 тысяч изделий. Акрамя пиротехнічнага шоу, гостей фестывалю чакалі фудкорты, барбекю, зоны, дзіцячыя пляцоўкі і канцэртная праграма з удзелам сучасных беларускіх калектываў. У Нацыянальным цэнтры сучаснага мастацтва можна здзейсніць прамінад па Хельсінкі. Так называецца выстава, што ладзіцца пры падтрымцы прадстаўніцтва амбасады Фінлянды ў Беларусі.
Свои работы у белорусскую столицу привезли Марк Лангбейн и Мика Тёранин. Два титулованные мастаки с Финляндии. Частые удельники выставов и пленеров по всем свете. Это не первый подобный проект. Ранее минчан знакомили с полночной краиной про фотоздымки. Теперь час выявленчего образа Финляндии. Наведать выставу можно до 9 вересня. Далее познакомимся с подеями, что отбываются по замежами нашей краины. Найстаражитнейший некрополь Сакара, где находится знакомитая приступковая пирамида, предшинил археологам черговую таемницу. На глубине 30 метров под землей яны выявили майстерню, у якой мумификовали померлых. У старожитной лаборатории науковцы знайшли сотни маленьких каменных статуэток, збаны и інший посуд, який египтяне використовували у процессе мумификации. А кроме того, у посудинах захавалися рештки алеев. Мы, археологи, шмат ведаем об религийных ритуалах, про процедуры и этапы процесса мумификации. Але гэта открыццё дозволит доведаться, какие алеи выкарыстовывали при гэтым, их химичный склад. Археологи так само знайшли старожитную могилу с 35 мумиями. Яны были похованы у перыяд прикладно с 660 по 400 годы до нашей эры. На месте похования доследчики выявили позолоченную серебряную маску. Знайсти позолоченную серебряную маску – великая редкость. Нам только двойчу удалось такое выявить. А майстерня по мумификации, магчыма, самая каштоная и самая великая из усіх знойденных до гэту. Сакара находится прикладно у 30 километрах от Каира. Некрополь з'явился тут у часы старожитного царства, подчас правления фараонов 3-6 династий. Приступковая пирамида – первая пирамида у Египте и самая старая у свете из усіх буйных каменных будинков, якія захавались. У Мінску протягивается проект «Сеатр HD», в рамках якого завтра покажут п'єсу «Ідеальний муж» Оскара Уайльда на сцене театра «Водевиль». История актуальна и сегодня, у 21-м стагодзе. Член парламента сэр Роберт Чилтон упевнено просовывается вверх по политической лестнице, покуль у Лондоне не з'являється місяць Чулі. У ее руках доказы его несумленности в справах. Сюжет знакомый многим, але справа не в непредказальности, а у актерской игры Натаниэля Паркера, Фрэнсис Барбер, Фредди де Эдварда Фоксел. Традиционно джаз-клуб Евгена Владимирова представляет зорок сусветного джаза у Минску. Завтра на сцене клуба выступит одна из самых уникальных джаз-вокалисток Трися Эви. Яна володе абсолютно незвычайным, моцным и пластичным голосом. Спявачка сполучає моц африканских пасажів с романтикой карибского и американского джазу. На сцене еще 5 музыков – рояль, орган, саксофон, контрабас и экзотичные барабаны. У Минску Трися Эви даст 2 концерты. Еще один пройдет у четвер уже на іншій пляцовце. Як альтернатива іншаземним джазістам на мінской сцене концертная программа «Джаз выбирая классику» Алены Вашкевич. Яна отбудется завтра у концертной зале «Верхний город». Алена Вашкевич – это белорусская пианистка и керовник «Трансформер» проекта. Свежие и хвалюющие сполучение джаза и академичной музыки почали завоевывать сусветную сцену еще в 50-х годах минулого стагодия. С того часу развивали гэты напрамок многие сусветные джаз-зорки. Лепшие из гэтых вынаходок завтра в Верхнем городе. Народные традиции старанно захаваны и с любовью обновляемы. Навыт у наш постиндустриальный час шукают и показывают авторы проекта «Живая культура» на телеканале «Беларусь-3». Завтра в 19:30 у эфиры черговый выпуск проекта «Загрогородка Адельск-Гродинского района». Он будет присвечен мясцовой традиционной кухне, якую внесли в список историко-культурных каштовностей. Что такое капыцы, бігас, цимасы, бульбяная кишка и як гэта гатаваць? Завтра у живой культуры расскажа и покажа Катярына Водоносова. Напэўна, знакамітыя шеф-павары таксама не раскрываюць сакрэты свайго майстэрства, але я ўсё ж такі паспрабую дазнацца, што яны тут гатуюць і паўдзельнічаць у гэтым працэсе.
Крыху про будущие мероприемства. 7 вересня в Национальном мастацким музее Республики Беларусь открыется выстава «Кропка отлику» Виктора Альшевского. Выстава повинна стать своеособливой справоздачей об творчей деятельности живописца на перед дни его 65-годзе. Юбилей мастак отзначить 21 вересня. У экспозиции будут представлены 90 работ, створенные в апошние 10-15 годов. Выставу поделить на 4 разделы: «Музей свету», «Мой Минск», «Фрагменты Вавилонской вежи», «Портрет сучасника». 31 жнивня на телеканалах «Беларусь-1» и «Беларусь-24» у прямом эфире отбудется финал национального отборочного тура дитячего конкурса песни «Евробачення-2018». Творчая команда «Новин культуры» протягивает знакомить с его удельниками. Гэтым разом пропануем вам размову с самой юной удельницей сёлетнего финала – 9-годовой Марии Гулевич из Минска, якая выйдет на сцену под номером 10. Маша, здравствуй. Поздравляем тебя с выходом в финал национального отборочного тура на детское Евровидение 2018. В свои 9 лет ты ведешь достаточно взрослый образ жизни. У тебя репетиции, концерты. Свободное время у тебя есть? Чем ты его занимаешь? Конечно же, у меня есть свободное время. Только что я ездила отдыхать к своей любимой лошадке. Я там каталась, отдыхала. Ну и репетирую разные там репетиции, концерты, фотосъемки, интервью. А когда ты влюбилась в музыку? Когда ты поняла, что пение – это твое? 4 года я начала петь, но в 3 уже хотела. Потому что когда я болела, мама меня отвела к одной учительнице. Она сказала, что я как-то не могу петь, и что мне, короче, в пении вообще ничего не светит. Но потом я пришла в этот центр, когда мне было 3 года. Мне сказали, что нельзя пока. Когда мне будет 4, я уже могу здесь заниматься. Сначала я занималась в большой-большой группе. У нас было очень много человек. А потом все как-то разошлись в разные стороны, и у нас осталось только 6. Потом все тоже ушли, и у нас осталось еще 5. Потом я привела своего друга, и он тоже начал заниматься в нашем коллективе. Потом Светлана Адамовна сказала, что пусть я занимаюсь тоже и сольно, и в группе, ну и так я как-то и занимаюсь. Вот ты говорила про лошадку, а какие помимо музыки у тебя есть хобби? Конечно же, есть. Я очень люблю рисовать, делаю разные дневники, у меня уже, наверное, их 5. Еще я танцую, конечно же, к вокалу. Занимаюсь дополнительно английским, иногда еще хожу в модельное агентство, там я еще участвую в разных, в одной рекламе была уже, ну и везде вправлюсь в разные какие-то журналы и во все такое. А сколько часов в день у тебя уходит на репетиции? Расскажи про студию, в которой ты занимаешься, и про своего педагога. Сначала я иду к Светлане Вячеславовне, это мой еще один педагог, он меня распевает. Потом я иду к Светлане Адамовне, и там уже пою. Расскажи про песню, с которой ты выступишь в финале. Я знаю, что ты была ее соавтором. Я хочу рассказать зрителям, что есть такой остров Чикарум, потому что когда я ездила с мамой отдыхать, мы были в Испании на Тенерифах, и как-то я там хотела устроить квест, позвать туда всех моих друзей и устроить квест. Но как-то Тенериф мне не очень название понравилось, и я придумала Чикарум. Ты самая юная участница в этом году. Не волнуешься? Нет, я участвовала на многих конкурсах разных. И почему-то от Евровидения мне показалось, как обычно, какой-то отбор на какой-нибудь журнал или все такое. А ты интересовалась, кто будет с тобой выступать? Уже видела своих конкурентов? Я, ну, почти всех я знаю, кроме, наверное, самых маленьких. Ну, я расцениваю, что все хороши. Сейчас лето, все отдыхают, у всех каникулы, а у тебя репетиции. Не обидно? Нет, ведь это у меня тоже такое что-то типа отдыха. Я тоже уже ездила 2 раза отдыхать. Я всегда езжу на разные репетиции. Мы со своей командой много репетируем. После вас я еще поеду на репетиции по танцу. Я встречу своих друзей, это будет круто. Ну, мы просто общаемся с ними. А на сцене, кроме тебя, будет группа поддержки еще? Кто с тобой выступит? Ну, моя команда — это Тина, Варя, Андрей, Софийка и Эмиль тоже будет танцевать как потанцовка. Ну, еще, конечно же, мой лучший друг Самокат. Маша, спасибо тебе большое. Мы желаем тебе победы в национальном отборочном туре на детское Евровидение 2018.
І пакуль гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Выпускі нашай праграмы даступны ў нашых сацыяльных сетках, а таксама на афіцыйным YouTube-канале. До сустрэчы!